Я спокоен, уверен. Я активен и собран. Я знаю, что происходит вокруг и кто меня окружает. Я внимателен. Я думаю о важном, исключая все прочее. Я не знаю будущего. Но я не боюсь. Уже второй раз в сезоне 2023 дороги Абрау бросают вызов участникам раллийного чемпионата Краснодарского края. Для кого-то это возможность реванша, для кого-то это новый вызов удержать победу. 27 экипажей в четырех классах сойдутся на 8 спецучастках длиной 80 боевых километров. Ралли-баттл в Абрау-Дюрсо. Финал. Ёшкин кот, так хорошо шли. Завершение сезона чемпионата Краснодарского края по ралли состоялось на традиционных южных допах окрестностей Абрау-Дюрсо. Для большинства экипажей эта трасса хорошо знакома, из-за чего может показаться, что трудностей с ее прохождением быть не должно. Но как бы не так. Та самая коварная непредсказуемость, за которую мы так любим ралли, раскрыла себя на финальном этапе ралли-баттл во всей красе. Из 27 участников гонки половина до финиша не доехала, что еще раз доказывает всю суровость и экстремальность дорог в Абрау. Об этом и не только, смотрите в нашем обзоре. Класс тяжеловесов 4000N представлен тремя эволюшенами команды N-Sport. В классе 2000N на гонку заявилось 7 экипажей. 1600N – самый многочисленный класс по количеству участников. Все эпичные краши финала этот класс взял на себя. В абсолюте отдельно заявились 3 экипажа. Они вместе с участниками из других классов поборются за первенство в этой категории. Итак, класс 4000N. Экипаж Гожев Руслан и Коломеец Денис лидировали первые два спецучастка. Однако уже на третьем сломали трансмиссию и были вынуждены прекратить гонку. Поэтому, начиная с третьей сушки, первенство в классе уверенно перехватил экипаж Дмитрия Нехаева и сохранил его до самого финиша, обойдя в итоге на целых 8 минут серебряных призеров гонки, экипаж в составе Орлов Алексей, Еремеев Алексей. Все здорово, дорога шикарная, с удовольствием откатали, не без проблем, но в общем удовольствие получили, все офигенно. Класс 2000N. Из 7 участников класса двое до финиша не доехали. Экипаж Лысенко Юрия из Донецка на Volkswagen Golf на третьем спецучастке на вхождении в поворот ушел в занос и врезался в дерево. Также на четвертом спецучастке сход настиг экипаж в составе Шелеста Валерий, Харченко Владимир. Как так получилось, сейчас узнаем из первых уст. Поехали, запускайся, поехали. Амбиции пилота были выше его способностей отрулиться, вот, поэтому небольшой ждал нас сюрприз. Но ничего, автомобиль вполне выдержал переворот, мы стали на колеса, поехали дальше. К сожалению, не было с собой лобового стекла, а так бы автомобиль технически полностью исправлен, могли бы продолжить дальше гонку. Но это вид технического спорта, поэтому нужно уметь и рулить, и ремонтировать, поэтому думаю, что в следующий раз победим. Победителями в классе 2000N стал экипаж на автомобиле Peugeot 206 Ракитов Александр, Кондратьева Алина, которые сохраняли лидерство на каждом спецучастке на протяжении всей гонки. Кстати, для автомобиля это первая гонка и сразу на тумбу финала. Отличное боевое крещение.
В то же время за серебро в классе 2000N развернулась настоящая битва. Первые три спецучастка вторую строчку первенства держал экипаж Кузьмина Сергея из Донецкой Народной Республики на автомобиле ВАЗ-2112. Но уже после третьей сушки его сместил Михаил Набережный из Тимашевска на BMW E36, который уверенно шел на второе место в классе, но из-за пробитого колеса на седьмом спецучастке экипаж Михаила потерял много времени, что стало решающим фактором в борьбе за второе место. Итог. Кузьмин Сергей, Петрос Владислав. Второе место. Третье место. Набережный Михаил, Чабанюк Дмитрий. Экипажи в составе это Nissan Parour, Лапа, Артем на Opel Kadett и Комендантов Руслан, Семенюк, Семен на ВАЗ-2108 расположились ниже на соответствующих строчках рейтинга в классе 2000N. При этом экипаж Комендантов Семенюк участвует в ралли впервые. Пунктуальность, да? Четкость, ну и слаженность. Гонка нас впечатлила, честно. Пилот устал, штурман устал, все устали. Трасса хорошая, рабочая. Мы просто ехали, надоест. Механики наши с золотыми руками постарались. Участвуйте все в ралли. Также немаловажную роль на гонках ралли играют зрители. Они поддерживают гонщиков морально и физически, создавая атмосферу спортивной конкуренции и восторга. Зрители – это те, кто свидетельствует о чести и славе победителей и о том, почему гонки ралли так популярны по всему миру. Эмоции, дарят такие эмоции на всю жизнь. Радость окружающая. Мы самим ребятам пилотируем, которые... Да. И однозначно нашим спортсменам горячего ключа. Гришечка, Владу, Стасу, Шулеру. Ребятам нашим, да, благополучия, новых побед. Мне нравится, что машина быстро ездит. Конечно, доезжать до финиша. Финиша, конечно. Гонщикам просто руку жму, красавчики. Ралли – наш спорт. Ралли – круто! Класс 1600N. Из 13 машин класса до финиша доехали 6. Череду тотальных сходов открыл на втором спецучастке экипаж в составе Владислав Гришечко, Владимир Альтшулер на автомобиле Volkswagen Polo. Километры от старта в левом повороте не справились с управлением и поймали двойной переворот. Третий и четвертый допы прошли для большинства гонщиков относительно спокойно. Лидирующие строчки поочередно делили экипажи Додух Александр Аркадий Соколов и Наниянц Григорий Логвинов Станислав. Крупно не повезло лишь экипажу Мосина Андрея на ВАЗ-2108, который перед финишем СУ-4 перевернулся на крышу и выбыл из гонки. Однако, уже пятый доп минуснул сразу 4 машины, в том числе машину Нениас Григория, который уверенно шел на победу в классе. Я ошибку понимаю, там, видишь, я закусился, мы уже борьба началась за вот эти секунды. И я пытался вот все подольше газ подержать. Ну, подержал, получается. Подержал. Также на пятом спецучастке досадный исход настиг автомобиль Бадачевского Владимира и Перумова Карена. Первый на бруствере повредил бензобак об камень, второй сошел из-за поломки двигателя. Борьба же за первое место в классе развернулась поистине жаркой. Два экипажа, Додух Александр Соколов Аркадий и Акимов Сергей Табунков Евгений, на одинаковых автомобилях бились практически за секунды, показывая на четвертом и шестом допах одинаковое время. Судьбу первенства окончательно определил аккумулятор на автомобиле Сергея Акимова, который замкнул на выезде из сервиса, заставив экипаж стартовать с опозданием, что в итоге повлекло неправильный подсчет нормы времени прибытия на КВ. Экипаж отметился раньше положенного, схлопотав тем самым роковой штраф в 10 минут. В итоге первое место у экипажа Додух Александр Аркадий Соколов. Второе место у экипажа из Нальчика на автомобиле ВАЗ-2112 Заургу Бжоков Руслан Скиба. Бронзу класса забрали Сидорец Артем Коваленко Руслан на автомобиле Citroen. Трасса, как всегда, жесткая, но хорошая. Она интересная, рабочая. Были моменты, там упирались в машины, в пыли ездили на пару допов. Ну и машина как бы не подвела, то есть механики ее подготовили отлично. Спасибо спонсору, запчастям Еврорепар. Настоящий мужской спорт, который объединяет, то есть в борьбе к победе, то есть общая команда, и механики, и ты со штурманом, и машина, то есть ралли это интересно. В поисках лимита возможностей и стремления установить новые рекорды экипажи часто рискуют своими автомобилями, а иногда даже собственной жизнью.
Любовь к адреналину, скорости и вызовам приводит к тому, что каждая авария и каждая поломка воспринимаются как неизбежная часть спорта. Поэтому раллийные механики – это настоящие герои, которые делают ралли возможным. Их решения способны повлиять на исход гонки, а их профессионализм и преданность своему делу позволяют гонщикам воплотить жизнь своей мечты и стать чемпионами. Летели там в дерево стоящее, и там просто надо было весь вперед отпиливать и новый ставить, там ничего не осталось. Это замена коробки между спецучастками было в поле. Это то, что самое проблемное было для нас. Здесь все основано, так сказать, на импровизации. То есть все, насколько вот твой мозг сможет что-то придумать, вот все от этого и зависит. Смотреть, как это все проходит, и самим стремиться к чему-то больше. Механики – это надежда пилота. Ралли – это жизнь. Класс абсолютный. Помимо участников из других классов, три экипажа заявились на гонку только под эту категорию. По случайному совпадению, все на автомобилях Subaru Impreza. Вот это сила! С третьего допа не повезло экипажу Богус Адам, Прокопюк Михаил. Поймали жесткий переворот на крыше. Девякович Антон, Караяниди, Максим шли красиво, шли быстро, но, увы, тумбу абсолюта покорить не удалось. Зато удалось экипажу Нехаев Дмитрий, Басых Андрей, которые заняли также первое место и в абсолютной категории. Егоров Алексей, Чижик Константин – второе место в абсолюте. И Додух Александр, Аркадий Соколов – заслуженное третье место. Одной из особенностей финального этапа Rally Battle сезона 2023 было большое количество участников из ДНР. Поэтому для гостей этапа организаторами совместно с Автомобильной Федерацией Донецкой Народной Республики было принято решение также разыграть Кубок Дружбы ДНР. Получилась гонка внутри гонки со следующими результатами. Первое место – Кузьмин Сергей, Петрос Владислав. Второе место – Панин Анатолий, Джимхарьян Эдуард. И третье место – Комендантов Руслан, Семенюк Семен. Это эмоции очень сильные, потому что это вообще моя первая гонка такого формата. У меня было всего там у нас на родине пару гонок, но они не такие страшные, как это. У нас была задача доехать и в лучшем случае не стать последними. У нас две задачи выполнены. Мы доехали, не стали последними. Вот это самое главное. У каждого гонщика есть своя история, свой путь к успеху. Но одно объединяет всех гонщиков ралли. Это любовь к скорости, приключениям, соревнованиям. Это отличный пример того, что нет ничего невозможного, если вы искренне верите в себя и свои силы. Эти люди готовы рискнуть всем ради этой страсти. Они готовы преодолевать границы и идти навстречу своей мечте. Правый 1, на левый 2 не резать. 80, правый 0, 80. Еще правый 0, правый 3, 20, левый 3. 20, левый 3. Теперь его прижать в правый 0 и прижать в правый 0. 50 против левой, 50. Левый 1, 50. Злись. Длинная горка, левый 0. 100, отступи, левый 5. Левый ты круто. Ну что, я тебя поздравляю. Я вас поздравляю, мне-то что, блядь?